Здравствуйте. Специально для читателей Засекина. Экстренные сообщения. Ну, это ваши вот эти, уже ваши придирки вот эти. Острый социально-экономический кризис, сопровождающийся информационно-пропагандистской паранойей, привел и к глубоким психопатическим сдвигам, причем в Самаре. А сейчас, чтобы вы поверили не мне на слово, а на слово нашего ответственнейшего агента, мы сейчас предоставим вам запись, где сам наш агент, занимающийся этим ответственным делом, и сообщил, что же произошло. Это, конечно, сенсация, и вы первые, кто увидит и услышит голос нашего агента. К сожалению, гражданин сам Б, не Ф, не С, а Б, он пока не задержан пока. Шпионское дело сарманского ренегата-предателя тянется еще с 3 октября 2013 года. Именно тогда я, как сотрудник ФСБ, получил секретную информацию, что житель Самары Б решил установить контакт с официальным представителем посольства США в России. Для этого Б, я за ним лично следил, подготовил, направил прямо в консульский отдел посольства США в Москве письмо на имя Бабамы, в котором заявил за материальное вознаграждение прямым участием в деле прозвал России как государство. Бдительно, профессионально мои подчиненные были действовали решительно и не допустили развала России. В результате Б признал факт обращения в иностранное представительство и подтвердил, что хотел и был готов развалить нашу страну. К сожалению, Б так и не успел ничего развалить, и поэтому мы вынуждены были его отпустить. Мы продолжаем слежку за гражданином Б. И он серьезно предупрежден о грозящей ему опасности от сотрудников ФСБ.